что он скажет. Захилит. Ну хорошо, юриты пришествия хилят свет, горгут гомеопатия, и хаты хилят тьму. А юрит ставит, что тем защиты от огня. А пол-литра танчит тьму, Дженсен станчит свет, Поклонская мелкий трэш. Первая пати тьма, все остальные свет. Четвертая пати, кроме дизрапта, остается забивать больших. Дарксайд, всегда заливаешь ману Юриду. Клайман и Эпплбокс, заливайте на второй фазе Гарготу, на третьей фазе Юриду. Кокосина, диспелишь третью фазу свет. Гомеопатия, все остальное. Рыба есть, как вы поставьте? Клайман на первую фазу Гарготу кидает во тьме, да? Да, на второй фазе кинешь Гарготу, на третьей фазе Юриду. Угу. Кинешь в начале второй фазы, Эпплбокс в конце второй фазы заливешь ману перед выходом света, и потом по откату Юриду. Чек на готовность. Самогон, ты тут? Да. Чей первый, Фрейден? Мой второй. Хорошо, мой первый. Слышь, тут анимация вот этого. Что я говорю? Кого анимация, кого? Тут анимация вот этого вот карликового пугеля, что за ачивку. То есть, получается, он только что смотрел на него. Ладно, потом расскажу. Да-да, задницу потирает себя в землю. Да-да, как будто Христы. Задницу чешет. Это все дерево, готовы, давай, гомеопатия. Начинай. Пришествие метка. Поворачивай на рейд. Рейд смещаемся. Меломан. Клайман. Перебежали. Джейси. Ваня, заходи. Рейд, заходите, как начинали. Крик на хп дайте. Уходите, если посмеете. Рейд, заходите. Что, там убило кого-то только что или нет? Не-не. Слабо поговори там пока во тьме. Назад нет. Назад. Заходите. Покажите. Заходите. МК. Следующая метка подъебала. Давай. Сейчас чей фридом будет?
Мой. Окей. Сейчас твой. Окей. Сейчас мой? Да. Я что-то просто задумался и... Я заметил. 4%. 2. Метка не в портал. Сейчас твой же был. Ну сейчас, теперь твой. Выходите быстрее, Свет, Свет, выходите. Что не кинул? Что не кинул-то? Твое. Рост цвету. Давайте, Рос. Клайман метка. Рост. Свету рост, Юрит, рейд смещаемся на танки. Не вижу где тут рост. Дает. Во тьме дали рост, Свет трэш бьем. Могу двое. На Рексис. Да, да. Мне просто щиточек еще не танк одного. Мелкий трэш добейте. Перебежали. Бьем боссами, стопаем. Что у нас тут происходит? Заспал. Сейчас, наверное, пойдем. Что, падаем? Да, падаем. Вот кто сейчас метку выносил? Потай, это ты или кто это? Да, это что ты я? Был. Это ты был? Ну я, а что? Нахуя ты вперед принесешь? За эти метки. Куда мне выносить? Было выносить? Слева двух этих луж, алло. А куда мне было выносить, если слева от меня лужи были? Две лужи слева от них. Ты справа понес. Тебе понятно, нет? Соло, ты напуливаешь? Есть слева, есть справа. Две лужи слева от них. Все, пиздец. Да не, я тебе могу рассказать, как случилось, а второй нет. Потом побежал через огонь. Пиздец просто. В смысле? Ну, блядь, в смысле то, что рейд проседает, и у тебя на хильне столько же, сколько у шаман. Мана только 2.50. Че? Мана только 2.50. Ну, ты, а у тебя 2.84. А должно быть уже к этому моменту 3.84. Че тебе не нравится? Он первый покупает. И что, блядь? Ну не закидывайся, Рейд, ты не видишь? Если бы я, блядь, не кидал нахуй каплю, блядь, с возложения рук, вы бы танку уронили. Да похуй, пусть падает. Действительно. Хуенно вы. Нахуй надо вообще тут. Я, блядь, еще и щиточек этот ебучий обновляю, обсорблю. Да ладно, все поняли, блядь, выебнулся. При чем тут выебнулся? Я просто говорю, что там хилить, блядь, почему так хуёв рейд захиливается? Ну спасибо, Гаргот, это не апатия. Гаргот танк должен хилить. Но он что хилит, блин, конечно, я стерку. Ну ты если не заметился, то тогда я был в топе. В чем тут Свет? Да все завалить, иди в жопу. Да, он войс. Мамаш, твой даун. Вау. Изи ДПС. Призывай Гаргулю на другой стороне, она от метеора умирает. И через одного мелкого, который первый прибежит, накидывай обе болячки и раскидывай по всем. А потом уже лей лужу. С босса ты не раскидываешь. Ты можешь сам посмотреть. Я просто вижу по твоему аккаунту. Оно типа не учитывает. Ну, от центра босса. Давайте, все готовы. Начинай, Ваня. С босса не раскидывай, по всем обам. Всем по одному.
Тебе нужно по всем болячке раскинуть. Будет метка. Газ босса пытаешься мором раскинуть, не раскидывается. Перебежали. Раскидывается. По всем нет. По всем нет, но потом можно перекинуть. Нет. Ты не перекинешь, потому что уже нужно разлить. Хотей, подними Клаймана. Давайте не тупите, убьем уже. Это, блин, Джейси метка. Бежали. На кого там можешь звезду поставить? На меня. Сейчас. Пришествие метка. Давайте переводите. Ваня, сразу заходи. Рейд, ждите. Давайте, рейд, зашли. Сайт метка. Хорош. Поднимать? Да, поднимай. Приду. Заходите, если доверие. Заходите. Ты пропустил свой. Да, да, я следующий кину, окей? Заходи, заходи, Дарксайд. Хорошо. Дарксайд! Дайте баф по этим, по друидам, кулак, каску. Куда, куда? Под морду, блин. Три процента. Два. Один. Не двигайся, пришествие, не двигайся. Чё ты бегаешь? Просто свету. Дарксайд метка. Перебежали. Беги, малышка, беги! Остерегайтесь теней. А, во тьме дали рост, во тьме рост свет, крыш. А кто свет не смотрит, это я прям такой что? Какой сын? Перебежали. Пожалуйста, да, не бьем корм. Свет, стоп. Свет босса не бьем, ждем трэш. Вань, дай горн. Свету. Тоже можно слить. Клайман, БР, пришествие. Не, не надо. Я кидал СС. Все нормально. Ваня, да? Ваня.
Слышал. Третий трэш. Блять. Дарксайд, подними Клаймена. Блин. Перебегайте. Гомеопатия, отдай гимн на ману. Вань, WhatsApp выходи. Да, выходи. Там 70, может, как бы стоп. Выходи, Дарксайд, поднимешь Клаймена, Клаймен поднимешь Кокосину. Про большого смотри, нормально, все нормально. Хильте, хильте, хильте. Падаем. ШВ, заебись, танкую. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Охуенно, отражаю заклинание. А может у кого там был такой чудесный дом, который показывает раскол? Мне кажется, порадовать ГП. Ну есть такой, да. А что ты хочешь? У меня один раскол. А он остальный? Один у никчем. Так, сейчас погоди. Ну да, один. А у тебя? У тебя 25. Ну ясно. Странно, да? А из ДПС это АДК? Да. Да. А у меня один я заметил, что он, по-моему, он во тьме остается. Так так оно и есть, он во тьме остается, я сам не понимаю, о чем там делает. Подожди. Из ДПС ты во тьме, что ли, оставался? Да, он всегда во тьме был. Ты же, что знаешь, я один сливаю, вообще, ну, очень долго убивается. А там нет у вас? Ну, код есть, но нету АДК. Ты что, больше кота? Ты что, больше кота? Повысить кто-то в звании. Повышать. Из ДПС. Я вообще-то говорил, я не зря тебе объяснял, как трэш бить. И в начале рейда я говорил. И ты уже не первый раз с нами в рейд. Объясни, пожалуйста, вот логика. АДК во тьме. Вот я хочу тебя услышать. Зачем? Потому что он считает, как в обычке он милик, он ебать, что это милик. Живой огонь 270 тысяч. Да за две фазы, ну изи, блядь. Чё за хуйня изи? Заебал. Ведь я зря, что ли, целка беру. Зря. Ты же друг Джерриона, да? Джеррион, кого ты набрал в гильдию? Это нет. Разве не ты взял? Это Розетта взяла. Так это и есть Розетта. Это и есть Розетта. А, да? Розетта Джеррион взял. Джеррион, блядь, гусь. Гусей набирают таких. Я думал, это баба вообще. Джеррион уже ушел, да, он не ведет. Он брал за Эрдру, он хилил нормально Эрдру, так что не надо тут, а-ля. Даня, там мелкий трэш убил ШП и Холипала. То есть, ну, не знаю, он сейчас ШП не убил. Я начищу. Это потому что это вряд ли у нас ШП. Че? Ну там его убило, потому что на поклонском метка, но как бы для таких случаев бабу есть, поэтому... Могу помочь каким-то ДД. Помоги флаской. Нет. Где? АДК. Олег, ты давай думай, кем будешь играть третьего. Теперь вопрос, почему убило Кокосину? Ну, я точно не спелила, там на протопале метка была, на поклонской. Я здесь спелила, и не сразу вам... Я просто посмотрел, у тебя по мелкому трэшу урона нету. Но она диспелила, может, и поэтому агро было, когда мобы бежали маленькие. Вопрос к мелкие мобы точно так же убивают Холипала. Они просто ходят и убивают. Ну, Валера напуливает стопудово. Соло. Это нормально все с напулом? Да, да, я все напуливаю. Когда ты напуливаешь? После падения метеора, трэш подбегает под босс, нажимаю перенаправление на поклонскую и даю залп. И потом... Ты должен напуливать бегущий трэш. Ты не должен напуливать, когда трэш уже прибежит в рейд. Смотри, когда самая большая пачка будет бежать,
Старайся ее напуливать. На пул град даешь так перед рейдом, чтобы они, пробегая под градом, получали на пул. Они когда уже прибегут в рейд, убьют кого-то, и потом ты напуливаешь на танка. На пул нужен для того, чтобы помочь танку собрать весь трэш на себя, а не удержать. Удержать — это его личные проблемы. Что если трэш прибегает и дает по пару, по одному удару, там 4 моба, по ШП какому-то, они его убивают сразу. Ваня, Варенька, готов? Да, готов. Начинай. Изи ДПС АДК в рейде нужен, чтобы заливать мелкий трэш. Даже не больше того, чтобы заливать, а чтобы вешать на него болячки. Меломан метка. Болячки увеличивают получаемый магический урон трэшем и замедляют ему скорость атаки. Для этого АДК нужен ВРС. Косина метка. Так, зачем ты стрелять в домашний клуб? Джейси метка. Перебежали. Ход Эй, поднимай Войда. Он походу завис. Вот ты здесь? Войд. Поднимай его быстрее. Ваня, Варенька, заходи. Рейд зашли. Уже через плечо, Войд. Мовики, посмотри, как в метеоре не дохнут. Зайдите на YouTube, посмотрите мой гайд, как в метеоре не дохнут. Дайте бафы по ворам. Первый бой был, а теперь у обоих КД. Да-да-да-да-да. Самогон как-то туповат, походу. Прости. Причем она спрашивает, сейчас ее был фридом или нет, уже кончен недавно. Заходите, если добили. Заходите. Причем я вообще, если у меня спросили, и первый фридом. Прости, прости, не слышала. Какие вы дауны, пиздец. Ты. Маша. Обидный пиздец. Правильно, что на себя обижаться? Ну я же в метеоре не умираю. Вот это вы охуевшее время трая пиздеть. Постели. Вов, ты купил себе новый микрофон? Сколько процентов? 50 фаз. Вот сейчас мой был фридом, но я кинул. Там был кто-то третий с нами. Теперь у меня нет фридома. Рост, Свету, рост. Фридома нету. Хорошо, сейчас твой будет все. Перебежали. И ничего так не потянуло. Теперь роздам.
Хилы, отбегайте подальше, когда перебегаете. Беги, малышка, беги! Изи ДПС метка. Маша. Перебежали. Свет в топ. Свет не бьем босса. Беги, малышка, беги! Варенька, кинь стерею. КД. Сейчас. Кинь по себе сальву лучше. Сальву? Поклонская метка. А она на себя действует? Да. Перебежали. Я сейчас сорву? 80%. Беги, малышка, беги! Катал, для тебя гайд, сука, смотри, блядь. Это слева. А ты слева лужу не видел? Нет. Можешь ее там представить. Соло метка. Перебежали. Давайте переживаем арматюр. Лужа в рейд. Вот теперь видишь метку? Видишь лужу? Спаси кто-нибудь. Клайман, по... не. Клайман, поднимай какую-то. Где спальник? Стойте в луже. Клайман, подними кокосину. Юрит, метка. Селена, гимн на ХП. Селена, гимн на ХП давай. Дарксайд. Не, перебегайте, перебегайте. Сейчас помогу хилить. Маны нет. Им на ману, Селена. Кидай его. Падай. Чё вы, блядь, тупырки такие? Пережили, блядь. Сколько ещё таких героев? В конце отдал. Жирина придамаживает, блядь. Еще в метки ты выносил. А что, я не вынес метку, что ли, какую-то? Я вроде все вынес. Я говорю, нет. Если бы ты не выносил метки, то сорвал бы. Ну я 13 к почти даю. А кстати, когда бабл юзаешь, скидывается бой? Бой? Нет. Юрий, ты на кого ЕП получаешь? На метку скидывается. Давайте, я не знаю. На имя и батю. Ну короче, если типа если перед меткой нажать бабл и она кинется на тебя, то она не кинется вообще никак. У гомеопатии двойной ЕП. Давайте сначала убьем, потом решим, я не знаю, либо на лоб. Мне нужно тебе ГП кинуть на кого-то. Скажи, на кого тебе кинуть ГП, на кого ты будешь ЕП? Давай на гомеопатию. Я спрашиваю, у него двойное ЕП? Ну да, наверное. Вряд ли там двойное, там нету альтов у него привязанных к гомеопатии. Бля, я вас не понимаю. Я не знаю, например, с этой системой ЕП-ГП, я вообще мне не шарю, так что можете не задавать мне таких вопросов. В общем, человек тебе хочет начислить ГП, и если он спрашивает, на какого персонажа тебе начислять ГП. На какого персонажа да, ты ролишь, блядь? Вот что ты скажешь. А на какого персонажа ты ролишь? Никакого. Ставьте маму-то, пожалуйста.
Можно открыть таблицу ИПГП, посмотреть в гемопатии, нет привязки, это у него один, не двойного ИП. И гемопатия пишет в чате, что ГП, ИП и ГП будут получать на локдок. Может туда ГП начислить и все. Да, красава. Наконец-то хоть кто-то нашел. ОКДК там, по-моему, ник. Если правильно. Ну или через И, я не знаю, как правильно. Но он написал там, где чат. Крыш, не морозьте маги. Если уже кинулась на протопала метка, тогда уже, ну, чтобы трэш не бежал за ним к стене, приморозьте его. Ваня, Варенька, как будешь готов, начинай. Все, готов, начинаю. Прибежали. Перебежали. Сука. Кто здесь? Не заходи. Рейд зашли. Да что? Бокс есть? У меня никогда. Заходить можно? Заходите. Трексайда нету КД, да? Да. Да, нет. Как выйдешь под ним? Он будет возле морды Халеона, сразу выходи, беги. То есть мы как переведем 50, не жди там всех остальных. Выходи первый и иди БР его сразу. Лучше под босса даже подойди и подними, можно достать. Чтобы не под мордой стоял. На себя, Вань. Встанешь, Горгот? Кажется, когда затимнул во тьму. Да, нечем хилиться. Заходи. Ну, быстрее заходи, прям сейчас заходи. Уже не заходи, стой. Не успеешь. Свету рост дай.
Беги хвосту, Горгот, и заходи. Заходи. Юрит метка. Танк упал, блин. Падаем. Кто-то не на того танка напуливает. Соло, ты на кого напуливаешь? На Поклонскую. С пола на Тихонова, с пола на ДК Петра танчит, полиция, а потом всегда на Поклонскую. Кто сейчас на меня напуливал? Нарексис, ты что ли на меня трэш напулил? Как я могу напулить на тебя, если я его не бью, когда он бежит с той стороны? Подумай сам. А что это за хрень была с трэшем? Ну, ты же понимаешь, что он до меня еще не добежал. То есть я не мог напулить. Бред какой-то. А хант-макросами напуливают? Да. По фокусу. А, проверь макрос там. По фокусу. Все нормально. Говорю, я чисто даже физически не мог этого сделать. Что случилось? На тебя трэш побежал маленький? У меня больше не слышит, как два шамана. Он несколько раз на меня срывался. Он же на хил бежит еще. Не, ну я не хилился, я ничего не прожил. Удар смерти, там зеленка. Не-не-не, я ж... Он же не тупой. Какой? Линка, он-то для чего? Не трэш тупой. От чего Горгот умер? Лезвие. Он умер от пульсации. Ну чё это, какая РС подумки? Вторая? Четвёртая. Ну, за этот день? Не, вторая. Ты там много хочешь за этот день? Ну, ничего, учимся, учимся убивать РС. Да. С пользой проводим время. Предыдущую, по-моему, больше заходили. Ребят, чем... есть у кого-то, ну, баночки 3 на ману, пожалуйста? Да. Ты это, у тебя же святая клятва есть. А при расколе уже хорошо стакает. Чё ж она говорит? У тебя же святая клятва есть, ебать, у тебя почти 10 команд, ты же смеешься, я вот как смотрю. Ну чё, ну и чё, у меня мана кончилась под конец. Ну твои проблемы. Кто мне обмен кидал? Спасибо. Все готовы, зайдите за линию. Начинай, Ваня. Юрит. Перебежали. Apple Box. Бокс. Перебежали. Ваня, заходи. Эй, зашли.
скажете. Можем заходить? Нет. Заходите. Туда. Сколько процентов? Один. Та мышка зависла. Да, 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 правда. Дарксайд, подними его. Поднять? Ну, Клайм на некогда. Да, поднимаю. Просто свету. Ты? Поворачивай, смещайтесь. Слишком резко. Полетал окунуться. Падаем. Так вы там от дыхания сдохли, просто. Слишком резко, ты не услышал? Не, не услышал. А, резко повернули тебя, да? Да, но он такой хоп. Кто-то сказал. В смысле резко? Просто долго стояли, докастовывали, поэтому сдохли. У меломана вообще есть блинк, неужели нельзя было блинкануться ником, ты чё? Сказал это я, но я живой был. Ну да, в принципе, если мы сейчас быстро убьем с этого трая, то там Олег зашел, Рома зашли, можно реально вторую еще собрать. Ну да, третий. Если хотите убивать, так что давайте убивать сейчас. Кого-то поменяю в этой РС. Это мама. Валера, это мама. Что? Мамонт, мамонт, вот это вот. Блин. Поставьте рыбу. Поставил. Как бы еще под дракона бы положили. Некуда класть. У двух локов КД на СС сейчас Холипал не умирает. Бой тоже не умирает. Окей. Не буду. Может мне еще раз кол встать? Лимончик, пупсик, не умирай. Я в тебя верю, ты топ-хил. Арина, поменяй пушки местами. Не-не-не. Почему? Почему все протопалы вкачивают печать безупречности? Может кто-нибудь? Я могу объяснить больше. Они считают, что если они паладины, то значит они безупречные. Хуйня это все. Ну, кроме фристайла. Да, я великолепный. Священная война, если да, что дает больше, чем печать безупречности? Вы готовы, дети? Да, капитан. Начинаем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну, а мы получаем
Блин, нашел кого копировать, говорит метка. Сейчас будет же спек копирует. Поворачивай на рельс, смещайтесь. Не залипайте там. Ну, если так подумает, то у меня круче спекл бокс. Ты угораете, что ли? Хатей, поднимай его. Ну так отбегай дальше, Горгот, нахуй ты там прямо около паладина стоишь? Вы всегда за рейд забегают, перебежали, встали за рейд. Контрастный, это вайб, Данин. Дживс а, есть у кого-то? Сейчас Дживс. Перебежали. Пойдем. На той стороне поставьте Дживса. Нормально. Беги, малышка, беги! Вот метка. Поставили Дживса? Нет. А я видел, там есть у кого-то. За барьером кто-то ставил у входа Дживса. Ставьте, у кого есть. Починился он? Поставил под портал. Ваня, заходи. Рейд, заходите. Со входа. Там бафы дайте по шаманам. Заходите. Я уже тупить начинаю. Ближе к морде следующую метку. Сман, это нормально все у него, у Горгута? 60% мана. Ну, зальете ж там еще. Но я перед выходом ему всегда забиваю. Ну да, нормально будет. Ты сейчас фритом кидал? Ты что, ты Марину там более того? Моё. 51, да. Ты мой фритом должен был быть, как бы. 50. А, ну, а тут ты не обращай на внимание на третий. Своё считай и всё. Ладно, я следующий кину, короче. Кидаем. Еще пару секунд, да? Россвету, мэйд. Я разве не говорил Россвету? Тебя не слышит. Сорян. Перебежали. Не, рано. Давай, да, возьми. Да. У меня крылья не подошли скоро. Бежали. Так, стопнули свет. Ждем трэш. Вы уже в рейд. Да, не новый фурик ни разу не сбегает. Леша, кинь сальву на войда. Меня удивляет, что за все траи на тебя ни разу метка не кинулась. У нового фурика? От тебя. Нее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 ee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 e
перебежали. А что с тебя метка не слетает? Может, по дону кого-то? Говорит метка. Горгот, ставь тут. Босса не бейте. Свет. Все, бейте, перебежали. Вообще банка на ману вообще зарешала. Дальше отводи мелкий. Ну что, не убили? Поднял хэпало, поднял хэпало. За 10 дал секунд я поднимаю Юрий. 10 секунд. Сейчас, Дань, похилю тебя, подожди. Дайте Гину на хп, там в свету. Святу Гину на хп. Перебежали. Добейте большого. Бабл. Можно пусть добивает. Бабл протопал. Жените, блядь. Жените все протопал. Ваня, тебя. Да тут тоже. Да сука, выхожу. 4 миллиона. Да падай. Блядь, ну заебали! Интересный рейд, мне аж хочется попасть. Минус. Я не знаю, как они там дохнут, тут просто хэпал, шам они просто дохнут. Васап, вот подумай, вот мы раньше ходили в 4 танка, сейчас 3. Спек не 6 хила и убьем это говно босса. У нас ДПС не хватит. Да сука, хватит. Да если спекнуть танка, это шо, перестанут танки умирать? Где танки? Перестал хил умирать? Ну танка 2 хилам. Ну ты говоришь, не слышно. На Эршаму зайди, пожалуйста. Сейчас. Одного танка 2 хилам проще захилить, чем 2 хилам 2 танка. Да, не зайду, че-то пойду водички попью. Носок старый, научи, пожалуйста, играть этого нового, который пришел, заменил тебя. Просто капец. Старый носок. Блин, что за приставлен? Так, био, био. Как вас хоть сейчас различать? Как это пишет? Просто спроси, кто на персе матюкается, там что-то там ему не нравится. Вот 100% на гемопатии это вот старый вот носок. Старый носок, новый носок. Новый носок дерзкий. А, нет, старый. Подождите дерзкий. Минутку, отойду. Научить своего товарища так же играть. Не достаю. Тогда уже молодой носок. Young no socks. Дай пати на Юрида. Young bitch. Young void. Лил Войд. Поставьте шкаф-то, господи. Поставьте мамонта, там пусть они починятся. Чините все. А зачем ты пати просил? Ману пойду. Или че? Не, я тебя поменять хочу. Ну его нахрен, блин. Ну каждый трай ты дохнешь, блин. Уже задолбал, блин. Там разве не Горгот дохнет? Ну, тот не так часто. Ну тоже, тот еще затупок. А кто такой Горгот? Ну-ка. Не помню. Это Бьорн. А, Бьорн. Сука, Бьорн, блядь. Не подставляй меня. Офигел. Ты заходишь, блядь? Да, захожу. Быстрее, пожалуйста. Уже, блин, нерв не хватает. Он грузится. Хочу свет. О, сейчас убьем, добычу просто не поставил, да, Дань? Да хрень это все, сказки, блин.
Не-не-не, сказки. Ща убьем. Блять, ты же обрыгаешься с метки, бля, в лезвие забежишь, на. Я скид за сетра как раз затупил. Ну сейчас, говорю, обрыгаешься, это знак, блядь. По меня сумонил, по-любому сейчас обрыгаюсь. Тупо ты упадешь, и мы убьем. Да, давай. Давай так и сделаешь. Хочу ГП получить. Да какой ГП? Я сниму тебя в 4 утра. Ты ж потом кикнул, как психа. Там что, в очередь опять? Вот. Не, он зашел уже. Крутится, наверное, долго просто. Андриксу досталось самое интересное, свет. Дайте бафы быстро. По шиману. Как осина. Нужно подойти поближе. Клайма. Поклонская, фристайла. Еду в магазин Гуччи. Клайман тут? Блять. Кто ткнуто? Плесани. Дайте это. Плесани куда-нибудь. Ну давайте копать их. Ты что делаешь, Даня? Добычу. Я же, блин, так ловко не попадаю. Просто вам психанул просто. Добычу быстро. Правильно, Даня, одевай. Судьба, короче, играет с нами. Сука, Клайман заебал. Писал что-то, нет? А чё это за гильдия такая, сумеречный разрушитель? Да не убиваю, тупо рыску и больше ничего. Горители сумрак. А, они убивают гильдию Dark Stars, да? Начинай, Ваня. Каску по шаманам. Олег, метка. Приставила бафни каску по шаманам. Прокачивай на рейд, на танки. Олег, не беги, стой. Там. Не резко. Резкий, как удар серпом по яйцам. Жизнь нет. Не пизди, лучше раскол стак. Дарксайд. Перебежали. Кокосина. Андрикс в окне остается хилить. Нет. Ваня, заходи. Рейд зашли. Падаем. Быстро. Нормально. Нормально, да? Это все, Андрикс виноват. Перед лучше хилит. Тупо не хилит, да?
Я даже не понял, что меня убило. Сколько еще таких героев? Сан Рикс там что-то кушал, и поэтому он, ну, не мог дотянуться до кнопки с волной исцеления. Поэтому приятного аппетита. Можно Горгота в свет. Ой, когда ты уже шамана качнешь? Могу на хули приста зайти и захилить танка, короче, соло. Где уже? Шестой хил нормально. Блин, я ж один во тьме сейчас хилил, если чё. Понял. Ещё раз потом маму пожалуйста. Ну я же сказал бы, там Аргот меня один хилил. Что-то Юрида не хватает. Бери его обратно, блядь. Кика этого вагона. Мне кажется, я хули пристом. Подождите, не бахайте, я ловнусь. Хули пристом, у тебя там 1200 уже не кидал. Каунт не прожимается просто. Ну да, палитра такой себе. Ну почему капли не кинули? Самогон капля была. Я каплю вообще-то кинул, как он во тьму заходил. Тут виски. Там незыблемость, нахуя каплю кидать? Какая разница, блядь? А вдруг он незыблемку не прожил? Вдруг он воет? Протоваром за танчик, короче. Тьму. Протоваром хоть распол будешь стакать на боссе. Кстати. Палитры. Что это? Бесполезный дамагер, бля. Ой, танк. А 10% атаки кто будет давать? Ты что ли? Да похуй вообще на атаку. Дарксай, что не хватает. Баня, варенька, начинай. Чё? На ролик, когда, если что, там, смотрите. Блэкбит. Перебежали. Бежали. Ваня, заходи. Зашли рейд. Синий села. Дань.
тут Олег без маны, может я ему лучше залью? А дизерапт на злой Дарксайд заливал ему? Да. Ну залей. Я завис, вот завис. Посмотри там по мане при конце. 2%. Славик. Я завис. Картинка стоит. Побрил. Схожу, если что. Перебежали. Если призрак уже не резнут, то... Восьми геру дайте, да. Елена, давай гимн ману. Кокосина, давай гимн ману. Так, свет сейчас будете стопать. Может свет такой, может смог отдает? Не надо. Все, свет стоп. Там растут, отведи чуть-чуть. Перебежали. Залейте ману Гарготу. Гемеопатия, пой гимн. Сейчас, рано еще. Терпи, Гаргот. Свет, стопните. Свет босса не бьем, ждем. Все, перебежали. На, смещаемся в танки. Камеру закрутилась, пиздец. Нету горло тумана. Могу зайти залить, если скажешь. Это был бокс метка. Нет, там пусть гимн споют. Тотем поставили. Ёать, охуенно. Перебежали. Свет не бьем, босса, свет не бьем. Есть БР какой-то, что ли? По бокс подними фристайла. Ты Гаргот, кинь хоть ее обмен, я тебе банку дам. Побыстрее давай. Не могу поднять, не достанется. На той стороне. Но я во фрейм забежал. Добиваем босса, перебежали, добиваем босса. Трэш не бьем, только на пул и все в босса. Диспол. Теперь это ведь правда, что я сейчас упаду и мы убьем. Я не знал, что я еще упаду. Ура! Блять. Нормально. Как ты вольт упал с самогоном, так я по ДПСу вырвалась. Чешку рулим. Сложно танковать, мне было хилить, не прожимался.
Ну да. Блин, коните ХПС возьми, пожалуйста. И это, Горгота, дай мне банку на ману, я тебе только одну хотел дать.